Твоя жизнь никогда не изменится, если ты не начнешь уважать себя, если ты не начнешь уважать свои интересы. Когда тебе нужно быть на работе в 9, ты приходишь в 9. Когда тебя просят там подменить кого-то, ты подменяешь. Когда тебя просят там вынести мусор, ты выносишь мусор. Но когда ты себе говоришь, что вот с понедельника я начну бегать или там на выходных начну вести YouTube-канал, ты ни хрена этого не делаешь. Ты себя не уважаешь. И ты хочешь, чтобы твоя жизнь изменилась, да она никогда не изменится. Никогда. Начинай уважать себя, начинай отделять себя от этой всей толпы, от этих всех мудаков, которые в тебя не верят, от этих всех идиотов, которые тянут тебя на дно. Перестань пытаться всем понравиться, перестань вливаться в вот эти вот тусовочки, быть своим, нахрен их всех, нахрен клубы, нахрен тусы. Твоя жизнь не изменится, если ты будешь пытаться подстроиться под остальных, будешь пытаться всем угодить, наоборот. Ты должен быть уникальным, чем больше ты отличаешься, тем лучше. Если тебя не понимают, если над тобой смеются, это хорошо. Только такие люди этим всем показывают свою приверженность к мечте. Такие люди добиваются успеха. Тем людям пофиг, они знают, куда идут, они знают, на что идут, они знают свои мечты, они знают, чего они хотят. И потом, вот та серая масса начинает их слушать, начинает их уважать, вот так вот в жизни. А пока ты, серое дерьмо, которое себя не любит и не уважает, ты будешь продолжать вливаться, переливаться, и ты всегда будешь несчастным. Досмотрел видео? Пошел действовать. Вот такая вот мотивация.